Этим малышам по 6-7 лет, но не смотрите на юный возраст, настрой у них сегодня боевой. Уже традиционно, а точнее в шестой раз, в Тамбове проводится туристический слет среди воспитанников детских садов города. Туризм – это настроение, это отдых, это, конечно, ну, может быть, для дошкольников в меньшей степени спорт, это физкультура. Но самое главное – это жизненно необходимые навыки. Будь то прогулка по лесу, или в какое-то путешествие, или какая-то другая жизненная ситуация, ребенок должен максимально к этому подготовлен. С каждым разом к этому яркому спортивному событию присоединяется все больше команд. В этом году их 10. Они представляют разные детсады Тамбова, а в качестве места действия выбрали Подсолнух. Испытание у ребят сегодня по количеству команд 10. Для этого они распределились по всей территории детского сада. Конечно, добывать огонь или собирать валежник не нужно, но приложить определенные усилия им придется. Я так смотрю, не каждый взрослый справится с этими задачами. Малышам необходимо проявить все необходимые маленьким туристам навыки. Дошкольники проходят полосу препятствий, преодолевают воображаемое болото, на скорость залезают в спальные мешки, обустраивают лагерь и даже оказывают первую помощь пострадавшим. Понесли, подняли! Несем, 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 несем! Быстрее, 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 быстрее! Быстрее! Несем, 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 несем! Говорим, готово! Эмоции у маленьких участников и их взрослых болельщиков бьют через край. И в таком накале страстей нет ничего удивительного. Конкуренция тут высокая. И хотя соревнования проходят уже не первый год, результат все еще остается непредсказуемым. Я думаю, сложно будет определить фаворитов, потому что очень много команд готовились к этому слету. Очень большую работу проводили инструктора, заведующие детских садов по организации. Поэтому все команды максимально готовы. И по поводу сегодняшнего победителя, я думаю, еще пока не можем даже предположить, кто может быть. Готово! А на кону у ребят традиционные награды – дипломы, медали, кубки и различные подарки. Но, конечно, самое главное – это хорошее настроение и физическое развитие, ведь здоровые дети – это здоровое будущее. Дмитрий Сергеев, Илья Тырса, Ольга Кириллова, «Область новостей».